Русская энциклопедия «Росмен. История России» знакомит читателей с историческими событиями, начиная с древности и заканчивая началом 21 века. Текст написан ясным и доступным языком и дополнен красочными иллюстрациями. Содержание книжки – это введение, образование государства, появление столицы, испытание на прочность, обретение величия, противоречия и контрасты, новая власть в новой стране, история нашего времени. Книжка также имеет указатель. Рекомендуемый возраст данной энциклопедии – от 7 лет. Количество страниц – 96.